устроить шествие по городу, нарисовать баннер и обязательно придумать, что кричать на стадионе, поддерживая любимую команду. Это не полный список того, что считает своим долгом сделать настоящий фанат харьковского металлиста. Ярослав болеет за желто-синих еще с 90-х. Фанат недоумевает, зачем нужен еще один закон, если нарушители порядка на стадионах и так всегда наказывают. Есть уголовный кодекс, есть административный кодекс. Просто-напросто, то есть за малейшее, если у тебя до, во время или после матча там находят какую-то пиротехнику, петарду, все, тебе сразу... Как говорится, заламывают руки и везут тебя, то есть в места не столь отдаленные. Болельщики возмущены. Новые правила на грани абсурда. Фанатам запретят переходить в другой сектор и держать плакаты, которые задевают честь соперника или арбитра. За это нарушитель может даже угодить за решетку на 15 суток. Авторы законопроекта объясняют, прежде всего беспокоятся о безопасности зрителей, которые будут смотреть матчи европейского первенства на украинских стадионах. Одним із важливих аспектів, який повинен бути обов'язково втілений під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року, є забезпечення з боку держави на всіх етапах підготовки та проведення футбольних матчів високого рівня громадського порядку та безпеки. У той же час чинне законодавство України не здатне в практичній діяльності на належному рівні та у повній мірі забезпечити такий громадський порядок. Сейчас за порядком на стадионах следят стюарды. После вступления закона в силу им будут помогать милиционеры, прокуроры и судьи. Например, если хулигана задерживают дальше, что с ним должны делать представители правоохранительных органов? Суд должен принять решение, что делать с этим нарушителем. Суд должен принять решение моментально, находясь там же, где задержали этого нарушителя. Дальше уже будут приниматься меры согласно тех кодексов, которые у нас действуют в Украине. Фанаты уверены, появление людей в форме лишь провоцирует хаос. Но чиновники успокаивают, на стадионах правоохранителей не будет. Болельщики словам власть имущих не верят. Обещают проводить акции протеста по всей стране, если нардепы примут закон, который фанаты уже окрестили антифутбольным. Яна Танчак, Александр Мовчан, Алексей Калмык и Виталий Осмачко. Медиагруппа «Объектив».